Друзья мои, рад вас приветствовать на моем канале Adams Channel. Хочу сегодня с вами поделиться очень интересным нестандартным способом использования ControlNet Stable Diffusion. Итак, смотрите, у нас есть вот такой промпт: Portrait of a Vampire Demon Woman in the Church, DR UHD 64K, Professional Photograph, Bokeh, Vignette, 16 мм Lens. Друзья, сейчас будет небольшой лайфхак. Порядок слов вашей подсказки, то есть промпте, подсказка это и есть промпт. Также важен, как и сами слова подсказки. Смотрите, слова, находящиеся ближе к началу промпта, имеют больше значения и влияния. То есть, чем раньше слово будет в предложении, тем большее значение ему будет придано при генерации изображений. Давайте посмотрим вот на это изображение. Что у нас здесь в подсказке? A painting of a cute golden doodle wearing a suit, natural light in the sky with bright colors by Studio Ghibli. Рисунок милого golden doodle, носящего костюм, обычное освещение, натуральное освещение в облаках с яркими цветами by Studio Ghibli. Как бы стилизация Studio Ghibli. Итак, что мы получили при генерации этого изображения? Мы получили действительно Golden Doodle, который действительно носит костюм. У нас есть яркие цвета, да, есть стилизация под Studio Ghibli и есть немного кусочек неба. Но в этом рисунке есть проблема. In the sky, в небесах или в небе. Но наш Golden Doodle находится не в небе, он на земле. Так вот, смотрите, каким образом мы сейчас его отправим в небо. Ну или хотя бы сделаем так, чтобы небо стало больше. Смотрим на второе изображение. И посмотрим, что в промпте. A painting of a cute golden doodle in the sky, wearing a suit, natural light with bright colors by Studio Ghibli. То есть здесь все те же самые слова, но... In the sky мы переместили ближе к началу подсказки. А что у нас было в начале, помните? Golden Doodle wearing a suit. То есть Golden Doodle носит костюм. А здесь Golden Doodle в небесах потом носит костюм. То есть мы слово переместили ближе к началу подсказки, и Stable Diffusion обратил на это слово больше внимания, чем на последующие слова. Вот вам лайфхак. Если хотите, чтобы что-то проявилось в вашем изображении, то это что-то переместите ближе к началу подсказки. У нас есть вот такая текстовая подсказка. Портрет женщины-вампир, демонической женщины-вампир в церкви. И далее идут промпты, токены, которые влияют на качество. В негативных промптах у меня ничего нет. Но так как я использую ControlNet, негативные промпты мне в данном случае не нужны. Вот такое я изображение буду использовать в качестве основы, в качестве референса. Друзья, теперь вам вопрос. Вы здесь видите где-нибудь женщину? Нет. Ну нет, ну понятно, да, что никакой женщины нету. Это просто картинка, где мы видим четверых то ли людей, то ли инопланетян, которые смотрят куда-то туда вдаль, на фоне звезды, планета, и они нам повернуты спиной. Но если мы эту картинку скормим ControlNet, давайте посмотрим. Итак... Изображение я помещаю в ControlNet. Не забываю включить. Обязательно нажать на галочку Enable. Pixel Perfect. Препроцессор Depth Lattice, то есть карта глубины. И модель тоже карта глубины. Остальные параметры я не трогаю. Нажимаю Generate. И получаю вот такие изображения. Ребята, это просто фантастика. Посмотрите, во что превратились эти маленькие люди. Свечка, какие-то аксессуары. А вот там, где у нас была планета, туда поместился силуэт женщины, вампира, демонической. Все есть. Ну, церкви нету, потому что изображение, оно как бы портретное, близко. То есть там фон, он как-то не заметен. Смотрите.
Это просто фантастика. Я, честно говоря, не верил, что такое возможно. Ну, я думал, ну, карта глубины, она должна, соответственно, работать с похожими изображениями. То есть, если это, там, человек, значит, он будет тебе генерировать людей. Если это животное, то будет животное. Если это пейзаж, то будет пейзаж. Но вот так, чтобы не, как бы, совпадающие объекты вот так совмещать по стилю, по типу, по размерам, там, не знаю, по форме, объекты друг с другом, честно говоря, мне не приходило в голову. Но вот сегодня пришло, я решил вот так поэкспериментировать и поделиться результатами с вами. Не выключайте это видео, потому что я вам покажу еще кое-что интересное. Теперь, друзья, мы это изображение отсюда удалим и возьмем совершенно другое изображение. Друзья, на этот раз это будет... Вы не поверите, но это будет совершенно далекое от нашего промпта изображения. Это будет голова дракона. Голова дракона. И давайте мы с вами сейчас промпт не будем менять и сгенерируем изображение на основе головы дракона. Честно говоря, когда я первый раз попробовал применить голову дракона с таким текстовым промптом, я думал, что он просто сейчас как-то видоизменит голову дракона и вместо... этой головы поместит голову женщины. Но вот получить такое я в своем воображении даже не представлял. А вы? Вот вы представляли, в вашем воображении было такое, что Stable Diffusion может вот так изменить изображение? Каким-то образом скривлена голова. Не во всех, конечно, случаях это получилось, ну, как бы так удобоваримо, но... Если что-то хотите экстравагантное, например, вот такой вот изгиб шеи, то вот, пожалуйста, можете экспериментировать. Вот здесь почему бы нет, тоже интересно получилось. Вот. Берем другое изображение. Сейчас поменяем промпт. То есть вы понимаете, да, мы берем совершенно далекие друг от друга изображения. Вот это раз будет такой дракон. И сейчас вместо Vampire Demon Woman я напишу... Смотрите, что я напишу. Of Alien Woman. А, уже есть там Woman. И на этот раз я напишу Alien Woman, то есть инопланетная женщина. И смотрите, друзья мои, чужое Гигера перед вами. И для этого не нужно использовать какие-то определенные подходящие для этой цели модели. Просто из дракона получить Alien, ну, чужого. Ну, Stable Diffusion, он же не знает, как выглядит женщина инопланетная, да? И вот он тебе делает... У меня просто слов нет, да? Вот из головы дракона оно тебе лепит, вот якобы по ее пониманию, это инопланетная женщина, да? Вы посмотрите на это. Это просто какие-то сюрреалистические... фантастические изображения. Вот я говорю, вы даже в своем воображении не могли представить, что такое можно. То есть совместить несовместимое и получать вот такие изумительные вещи. Друзья, на этот раз я взял вот такое изображение, вот такой вот пейзаж, планета на фоне, там небо, звезды, дерево, трава и так далее. И смотрите, что получилось вот с таким запросом. Portrait of Pirate Woman. На этот раз пиратская женщина. Остальные промпты я не менял. Смотрите, что получилось. Это вот сама карта глубины. И смотрите, что из этого получилось. Здесь даже у нас такой вот термарк получился. И никакая не стандартная девушка Stable Diffusion. Совершенно другое лицо. Но мне больше нравится вот этот вариант и вот этот. Тут есть вся атрибутика пиратов, да, вот сундук, всякие эти фонарики, деревянный этот интерьер, да, все вот чисто такой вот пиратская такая тематика получилась, вайб. Итак, друзья, подведем итоги. Вы можете брать несовместимые с промптом изображения и получать что-то волшебное, что-то совершенно другое, вдохновляться этим, ну и, соответственно, творить дальше.
Ну что ж, друзья мои, надеюсь, было вам интересно. Если это так, напишите в комментариях. Смотрите другие видео по Stable Diffusion в плейлисте «Нейросети». Это вот здесь. Ну и подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. У меня на этом все. Пока.